Итак, мы уже в Одессе. Только вышли с поезда, занесли наши вещи в отель. Сейчас пойдем перекусим. В отель мы еще не заселились, поэтому мы как бы ожидаем. Уже заселение только в 2, сейчас 10 утра. Так что мы сейчас перекусим. Ждем заселения и отправляемся куда-то к морю. Наконец-то мы попали в номер и сейчас делаем маленький рум-тур. Такой вот небольшой у нас совсем номер. Чуть-чуть тесненький, но, надеюсь, тут удобная кровать. В принципе, симпатичный, все новое. Правда, еще минус, что он без завтрака. Есть телек, зеркало. Получается, такие вот шкафчики. И ванная. И вот такой вот у нас душ. Очень прикольный, то что он как под дерево сделан. Очень в нем круто купаться. Наконец-то мы собрались. В Одессе сегодня очень тепло. Я уже сегодня в майке. И идем на набережную гулять, к морю. Так что беру вас с собой. Такой вот у нас отель. Простой, но номер мне понравился. Мы пришли на Дерибасовскую. Тут уже, как видите, все закрыто. Даже компот. Все. Все закрывается. Мы нашли одесский Киев Food Market. Такой же, как у нас в Киеве, только в Одессе. Сейчас посмотрим, что там внутри. Классика жанра. Мы приехали в Одессу, начался дождь, только мы вышли гулять. Но он пока моросит, не сильный, поэтому это нам не помешает. Мы уже перекусили второй раз и идем в Немо на набережную, гуляем, наслаждаемся. Гуляем по трассе здоровья. Если знаете, в Одессе есть такая прогулочная дорожка. Тут катаются на велосипедах, на чем угодно. Многие просто ходят, как мы. Многие бегут на великах, на самокатах. В общем, на чем угодно. От Лонжерона до Аркадии она проложена. Получается чисто такая пешеходная зона без машин. То есть сзади меня все тут, если видно, все на чем-то едут. Мы все хотим взять позже самокат покататься, но все никак не получается. То не до двух рядом, то не очень далеко, то разряженный, то еще что-то. Все
никак не выходит. Людей тут, кстати, сейчас очень много. Сегодня еще воскресенье, поэтому все катаются, гуляют. Погода тепло. В принципе, солнца нету, но как раз комфортно. Мы на Аркадии. Я тут очень давно не была в Аркадии и вообще в Одессе, поэтому прям наслаждаемся, гуляем. Доброе утро! Мы уже проснулись, собрались и сейчас пойдем на завтрак в одно очень интересное, популярное, кстати, заведение в Одессе. Отель наш находится в таком одесском дворике. И вот сам отель. Итак, немножко про вчерашний день. Мы вчера были какие-то супер максимально уставшие, потому что с дороги, поэтому так снимала немного сумбурно. Сегодня уже мы выселяемся с отеля, опять так получится, но пока что еще много сил и энергии, поэтому буду стараться снимать побольше. Мы уже вышли на завтрак. Мы дошли, терраса пустая, 9 утра, план выполнен. Уже подходят люди, хотя заведение еще закрыто. Вот такую вот красоту, вкусняшечку мы заказали. Очень красиво и аппетитно выглядит. Все, мы уже выселяемся. Сейчас оставим вещи и пойдем гулять дальше. Сегодня еще по плану много заведений и интересных мест. Надеюсь, везде успеем, потому что поезд у нас очень поздно. Мы пришли в Пассаж. В общем, зашли в Пассаж. Дальше мы планируем зайти в ресторан «Облака». Очень популярный тут, так что идем. Пришли в это заведение, и самое главное тут, что оно высоко, и вот такой вот крутой вид. Много-много попугаев. Сидим с видом на море. Так классно, тут 9 этаж, очень большой ресторан, 2 или 3 этажа тут сверху. И ну прям очень много посадочных мест. Я удивлена, что я видела в Инстаграме, что нужно резервировать столы, что тут всегда все забито, особенно на этой террасе, которая с видом на море. Ну, сегодня понедельник. Такое еще раннее время, не время ужина, поэтому людей мало, еще не сезон, еще не совсем лето, поэтому нам повезло.
Смотрите, какой необычный десерт нам принесли в этом ресторане. Так и называются облака. Очень необычно, интересно, что это. Походу безе, да? Итак, вот мы уже и вышли. Если честно, пришли в это заведение больше из-за вида. А так просто еще много планов на сегодня, поэтому идем в следующее заведение. Смотрите, куда мы пришли. Сейчас покажу немножко меню. Обычно меню по QR-коду, но пока меню в руках, покажу вам, что тут есть интересного. Пиццы. Я очень люблю пиццу Парма с прошутто. Наверное, ее и закажем. Пасты. Ну и дальше такое уже. Наконец-то чудо свершилось, мы взяли самокаты, так что сейчас будем кататься, точнее уже катаемся. С видом на море мы снова на трассе здоровья. Закончилась наша поездочка, вот мы припарковали наши самокаты, блин, было так круто, мы... пролетело, честно говоря, как будто бы за 5-10 минут, и на самом деле мы катались час, целый час. Очень круто, проехали всю трассу здоровья, взяли мы их еще там аж в центре, недалеко от парка Шевченко, и вот доехали до, проехали всю трассу здоровья, Аркадию, здесь, слава богу, было немного, и вот возле Гагарин Плаза мы их припарковали. Супер! Вот мы вышли снова к морю. Такой тут воздух морской. Встречаем наш последний закат в Одессе и выезжаем. Все. На этом мы прощаемся с Одессой. Я надеюсь, это видео было для вас интересным. И увидимся скоро в новых видео. Всем пока!